А многоуважаемые ребятушки и девчатушки, я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Шук Моровеньки. С вами дядь Саша, великий и ужасный, ладно. Я типа как шучу. Канал мой называется Жук Муравейники. Это не потому, что я люблю жуков или муравьев. Я к ним отношусь монопенисуально, или, как мы филологи говорим, индифферентно. О чем я, собственно, вообще и к чему это? В общем, сейчас у нас будет 63-я серия о моей ветке выживания под названием ПМС-500. Ватсон! Ватсон! Вот сюда! КамАЗ, заводи свой паразит такой! Поехали, поехали в 63-ю серию! И ты меня уже спросишь. Хотя нет, ты, наверное, не спросишь. Ну ладно, не спрашивай. Не спрашивай. А вот если не ты, а вот ты, да, вот ты к тебе обращаюсь. Вот ты точно спросишь. Ты спросишь, что это за ПМС такое? И почему 500? Потому что есть в игре под названием Шезлонг Парк такое испытание, которое называется «Пока мертвые спят». А я его не прохожу, я в его рамках, скажем так, выживаю. И хочу выжить 500 дней. На данный момент я выжил. Я выжил 314. И ты меня уже спросишь, теперь уже вот ты первый. Вот ты, который первый. А чё так сложно выживать? Да не сложно. Он просто здоровье только шприцом первой помощи восстанавливается. А у меня их осталось, как говорят наши немецкие недруги, ein und zwei. И все, и больше нету. 15 хп дает, 15% здоровья дает один шприц. У меня их два. Во сне не восстанавливается. Крафт березовой коры закрыт. В общем, невозможно никоим образом пополнить здоровье, как при помощи шприца первой помощи. Сейчас вот того паразита-волка будем отстреливать. Да, я к тебе. Вот теперь я к тебе, волк-паразит, обращаюсь. Да, я теперь буду использовать в качестве защиты факел. Ну, чтобы он меня не покусал, если я вдруг как-то промахнусь или что-то пойдет не так, видишь? Чтобы он заднюю вчуклял. Но он заднюю вчуклять паразит такой не хочет. А температура у нас минус 12. Слушай, давай мы от него пар кишок возьмем. Да? Не, ну сначала одну кишку возьмем. Вот. Ну что, тогда сбегаем удочку починим. Сейчас, погоди, мы никуда пока не побежим. Сейчас я вот эти кишки здесь брошу. Вот, потом я схожу обогреюсь. И вон с того дальнего пойду тоже кишки отрежу. Чтобы у меня кишечный, так сказать, кризис не нарисовался. А потом мы будем дальше продолжать наш самый длинный, так сказать... Самый, так сказать, удлиненный костер. А чтобы зря не греться, да, мы займемся рыболовными мероприятиями. Рыболовными. Или около рыболовными. Не, почему около? Мы рыбу ловить будем. Мама мыла рыбу. Не, по-моему, там было не так, да? Да, по-моему, она мыла раму. Ну а почему бы мама не могла помыть рыбу? Да могла, конечно. Если особенно рыба, и она называет свою дочуру. Типа, рыба моя, иди сюда, я тебя помою. Ну, в принципе, нормально. Можно помыть. Можно помыть эту рыбу. Почему нет? Так, слышь. Это, конечно, все тут интересно, то, что ты придумаешь. Че, отнесем канистрочку? Вот эту. Я думаю, да. Я думаю, я. Так, опять же, вспомним наших немецких недругов. Как они говорят? Они говорят, я. Ну, значит, отнесем. Если я, то отнесем. А кожуру с волка я не буду брать, потому что я ношу медвежьи шубы. Волчья кожура мне не нужна. А вот кишки могут пригодиться, понимаешь ли, в нашем нелегком деле. Так, один кишка. Ой-ой-ой, что это меня так кружить-то начало? Ой, кружит земля, как в детстве карусель. Да ешки-матрешки, а. Ну вот ты сильно не пугайся, это такой багуля. Это не в смысле персонаж дохнет. Когда персонаж дохнет, погода какая красивая, ясная. Ну-ка для миссис Хадсон скриншот, вот так луна посередине. Чик,
Ватсон, садитесь на КамАЗ и дымчите до с этого, для, до Лондона. Да до какого Лондона? Ты чё? А, точно, до Лондона далеко. Ладно, давай вернемся к волку. Вернемся к нашим волкам, баранам. К баранам-волкам вернемся. Так. А теперь бегом. Бегом, бегом, я очередь пока займу. Так, значит, меняем одну канистру на другую. Вот. Кишки бросаем сохнуть. Себе делаем 4 удочки, потому что на прошлой серии, в прошлой рыбалке, 62-й серии, у меня 3 удочки порвалось. Причем 2 из них порвалось кряду. А это при условии, что у меня, на, подывись, 5-й уровень рыбалки на льду. Ну и подо льдом, очевидно, такой же примерно уровень. Вот, и как это? И как тебя прикажешь понимать, Саид? Как говорил черный Будулай. Ой, нет, Абдулла. И как это тебя прикажешь понимать, Саид? Что с 5-м уровнем... Не, рвется леска, но там шанс порваться 1%. А у меня 2 подряд порвались. 2 к ряду. Да. Чудные вы, крестьянские дети, как говорится. Так. Значит, кишки мы кладем на просушку. А воду выкидываем. Это я сюда принес, чтобы она здесь была. Да? И рыбу тоже выкидываем. Можно было, конечно, принести побольше, но для начала истока пойдет. Так, теперь смотри, мы забираем вот эту вот канистру с горючим. Ее будем заправлять. Когда есть в инвентаре канистра, в нее будет масло собираться. Сразу от рыбы, без модов, без всяких. Что-то она не хочет, ладно. Так, и что нам с тобой надо сделать? Нам нужны крючки, а крючки у меня есть в организме? Крючок у тебя только один. Ага, один крючок, да? Как говорится, крючок-верчок. Запутать хачок. Хачок какое-то нехорошее слово. Да ладно, нормальное слово. Хачок. Ох, Ляксандер, хачок. Интересно, погаснет факел или нет? Ну, погаснет, новый зажгем от спичек. Крючок-верчок, запутать хачок. Быстрее, быстрее, быстрее. Где он? Где он? Где он? Ах, он сгорел. Ну тогда все. Тогда все, так капец. Тогда капец. Вот вечно какой-то капец начинается, да? Угу. Лесочку. Ну, придется делать при лампе. В темноте ничего не получится. Ну ладно, пусть там сгорит немножко топливо. Так, все. Значит, что мы с тобой заимели? Мы заимели 4 крючка, 4 лески. Еще тут у нас одна полуживая удочка есть. Так, это сохнет. Дров здесь никаких нету. Нет, дров тут никаких нету. Жаль, конечно, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха. Но видно, ничего тут уж не поделаешь. Побежали назад, пока там печура наша великолепная. Не пога. А погоди, не пога, не пога. Не пога, не пога. Давай, дров чуть-чуть прихватим. Как говорится, дров, me please. Да легко. Температура минус 16. Ну давай вот это поломаем. Ну все, теперь придется идти. Есть планы сделать костер больше, чем 333 часа. Потому что у меня самый длинный. 333 часа. Сейчас будем эти планы осуществлять. Ну и что там в рыбобараке-то горит огонь? Отсюда не видно. Но должен гореть. Так, я начал рыбачить, когда был, по-моему, 302 день. А сейчас 314, то есть я где-то в районе 12 дней рыбачу. Рыбачу. Какая погода ясная, а? Какая ясная погода. Полгода тут ясная погода. Это я тут волков немножко настрелял, чтобы они шибко не расслаблялись. Так, канистра у меня есть? А, есть, есть, есть. Все нормально. Все, все, иди, иди. Хорошо, хорошо. Да, горит, смотри, еще. Горит печура. Так, все. Ну, вообще, может, у меня кишков-то не так уж и мало было. Может, и не надо было за ним от волка ходить. Но лучше, знаешь, кто как говорит. Что там они, как они там говорят, кто не задумывается о далеких трудностях.
того ждут близкие неприятности. У меня тут и так неприятностей хватает. Всяких и близких, и далеких. Поэтому давай мы сходим. Ну, точнее, я уже сходил. Да, и вот с таким ХП мне придется выживать дальше. Угу. Как-то пердется. Да ладно, разберемся. Да ты разберешься, конечно. А чё? А чё? Чё за наезд, я не понял. Слышь, ты. Ты чё наезжаешь? Давай вот воды поставь. Поскольку у нас здоровье во сне не восстанавливается, нам совершенно не возбраняется дробный сон. Потому что, как ты знаешь, ну ты должен это знать, что на незваном, допустим, гости, максимально можно поспать 10 часов. Больше не стоит, там по воде начнутся проблемы, вода в организме кончится. И вот за последний 10-й час тебе здоровье восстановится больше, чем за предыдущие 9. Есть такая фишка, называется Geometricus Progressius. То есть геометрической прогрессии. То есть с каждым новым, с каждой новой ступенью становится все больше и больше чего-то. Каких-то показателей, скажем так. Каких-то цифр. В данном случае восстановление здоровья. Но в незваном госте за 10 часов восстанавливались, по-моему, 31,5 хп. На сталкере там вообще писец сколько восстанавливались. Там на сталкере, по-моему, можно 11 спать максимально. Или 12. А у меня здесь 8. А может быть даже 9. У меня, короче, вода в организме кончается, если я слишком долго сплю. Тут расход воды больше, чем на незваном госте. А еще тут олени не живут и кролики. Я совсем забыл рассказать. Олени только в виде трупешников валяются. А кролики вообще в виде никого отсутствуют. В виде никого отсутствуют. Так что ни королячьих шапок, ни королячьих курковиц. Вообще ничего такого себе не сделаешь. Даже мечтать не приходится. Даже не приходится мечтать. Не, мечтать можно, но толку от этого нет никакого. Согласен. Поэтому мечтай, не мечтай. Знаешь, что, Шурик, мы сейчас с тобой давай сделаем? А поглядим, какая температура на улице. Надо, когда будет где-то минус 1, минус 2, минус 5, пойти пособирать деревяки. Но сейчас нет, сейчас нельзя. Сейчас слишком ай-яй-яй. Поэтому сейчас мы не пойдем никого никуда собирать. Сейчас мы пока продолжим рыболовством заниматься. Вот, сигулька поймал я. Еще одного сигулька поймал я. Ой, воды надо попить. Да я вижу, сейчас попьем. Пьет, конечно, как конь персонаж наш. А может быть и как лось. Я пью-пью, а мне все хуже и хуже. Так, а что ж, как ты думаешь? Сколько мы с тобой выжили? 315 дней. То есть 13 где-то дней я на рыбалке, да? 13 дней на рыбалке. Так, 13 дней на рыбалке. Ну, куда-ка я поставлю на паузу. Ватсон, в министерство счета арифметического, устного, математического, алгебраического съездите. Так, да заглуши ты. Значит, 13 умножить на 24. Ёперный театр. Так, значит, там 240. 24 на 3. 24 на 3, 72 будет, да? Да, 72. 240 плюс 72. 300. 12, что ли, получается? 240 плюс 72. Так. Да, 312. Ага. То есть я скоро к рекорду приблизюсь, да? Хрена себе, я смог умножить в уме. Точно 312? Но будем считать, что 312. Но пока не пережил ты это время. Да я понял. Ладно, я, короче, не пережил. Пережиток. Погоди, а какая температура, кстати? Минус 10. Ну, холодновато минус 10. Она мне все наряжена. Кстати, да, надо часть одежды снять, а то она портится. Да, за одеждой надо следить еще. Она тут капец как портится. Кстати, а давай немножко одежду починим, нам тогда с тобой потеплее станет. Кстати, да, давай. Кстати, давай. Так, это починим. Потом, да, вот давай портки починим. Так, теперь давай починим еще одну шляпу.
Там, конечно, на улице тоже погода-то меняется. Понятное дело, она меня не ждет. Ну, я всем этим починкам, может, себе где-то градус накинул, так сказать. Надо было обратить, какой тепловой бонус был. Да вот я не обратил внимания. Ну, видишь, минус 16, но тут похолодало. Сейчас тепловой бонус плюс 26. У меня максимально было плюс 28, насколько я помню. Да. Ну да, помню, что-то такое было. Ладно, дров пока много. Давай еще рыбу половим, а там разберемся. Можно на следующий день сходить. Слушай, ну скоро у меня уже должен рекорд начать биса. Биса рекорд начать должен. Биса рекорд? Да, биса рекорд. Ну смотри. Должен биса рекорд скоро. Слушай, а у меня здесь дрына еловая обновлялась или нет? Блин, Масаракш, я забыл. Масаракш, я... Да нет, вроде как еще не обновлялась. Вот тут напротив. О, слушай, погодка. 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 Да, вон дрыла, дрыла, дрыла еловая. Минус 5. О, минус 5. Так, Ляксандер, погнали. У нас минус 5. У вас минус 5, я понял. И куда мы с вами погнали? Куда хотите, туда и погнали. Так. Приготовить мы можем только кофр разогреть, да? Кофр разогреть. Давай мы один кофр разогреем. Хряпнем его. Возьмем факел. Факел! Хреновый факел. Согласен. Обратно согласен. Чуть лучше факел. Так, кофу хряпнули. Факел взяли. Бросили все. Так, и налегке при температуре минус 2. Отлично, пойдем мы сюда поднимемся наверх. Слушай, а там бывает вообще бревна? А по-моему, ни хрена там не бывает. По-моему, там пусто. Ну, мы сейчас с тобой проверим. Ну, мы пройдем, если что, дальше. Знаешь, нам с тобой выбирать не приходится. Нам с тобой выбирать совершенно... Около администрации можно было бы полазить. Там за ней есть бревна, но слишком далеко. А вон медведь ходит. Не хочешь к медведю? Нет, я не хочу к медведю. Зачем мне хотеть к медведю? Моя не хотеть к медведю. А медведь хотеть к твоя? Не, медведь может, конечно, и хотеть к моя, но это, как говорит Илья Владимирович, его половые медвежьи трудности. Кому он там хотеть? Не, мы, конечно, можем сейчас... пойти его и долбануть. Я даже, наверное, так сделаю, если я сейчас растяжение не получу никакое раньше времени. То моя его будет стрелять из лука. Но сначала моя его будет звать. Сначала моя его будет звать, а потом стрелять из лука. Тут дров случайно нету? Это не дрова. Так, медведь, моя звать тебя. Медведь! Вот олень-то, а. Вот же олень, а. Блин, промазала, Масаракш, я промазал. Чуть повище надо было. Чуть повище. Ёперный театр. Ну, в домике теперь можно спрятаться. А в домике прятаться дурная затея. Но мы, конечно, попробуем. Мы, конечно, попробуем. Ну, просто в домике, в домике. А в домике. Ладно, разберемся. Спрячемся в домике. Хрен с ним. А вот нафиг тебе этот медведь нужен? Ну, просто так, чтобы не мешался. Сейчас еще раз промажешь, смотри. Да не промажу. Ага, не промажу, сказал он и промазал. Ко мне, что ли, бежишь? Ой, не, спасибо, мы уже это проходили. Не, я благодарю вас, но мы уже это проходили. Ну и нахрен. Такой, не. Найн, как говорят наши немецкие недруги, найн. Ну, я могу какую-нибудь сигналку взять, чтобы, если что, его отпугнуть. А куда он делся, как думаешь? А, вон он, да? Хм, интересно как. Давай еще раз. Опять ко мне. Да что ж такое, а? Каждый раз ты ко мне бежишь. А уже две стрелы в твоей заднице сидят, а? Уже две. Две стрелы. Черно-белый, рыжий. Масти. А он сейчас около тебя, прикинь, стоит. Да пофигу на него. Ну, не совсем пофигу. В тех далеких краях, где не ходят поезда...
Две стрелы, две стрелы. Миш, ну что, третью стрелу в тебя отправить? Опасненько, все стрелы к тебе будут. Это далеко слишком. Последняя стрела, кстати, да. Во, 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 и ты убежал с тремя стрелами. Там он и волк испугался, все, короче, испугались, как черти. Да. Так, кровушка медвежья. А сколько же у меня медведей убитых? Надо поглядеть. Так, одна стрела, вот когда я мазал. Мазал, 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 мазал. Убитых медведей. Убитых медведей после жаркого 25 лет. А где еще одна стрела, которая мимо пролетела? Это еще какая-то стрела мимо пролетела. Угу. Хрен ты теперь, Александр, найдешь. Да хватит. Да куда она делась-то? Как это хрен найдешь? Я два раза по нему промазал. Марья Ивановна. А, вот она. Ура, нашел. Так, и где же этот медведь теперь бегает? А, теперь он где-то бегает. Теперь он где-то бегать будет, да. Че, вернемся, может, Шурик? Да, наверное, да. Опасненько становится. Сейчас задует мой факелок. Ну ладно, я если что волка из сигналки отпугнул. Угу, точно. Не, сигналку давай. Сигналку давай. Так, а вот он и волк, кстати. Где ж ты, мой волк, ходишь голову склоня? Дай же ответ, что тебя я подстрелю. Так. Слушай, волк, а где же сдох медведь? Как ты думаешь, а? Как ты думаешь, где мог сдохнуть гражданин медведь? И я не знаю тоже, где он мог сдохнуть. Ой, холодно, лос-кретинос могут приехать. Со своими песнями лос-кретиновскими. Ой, холодно. Так, все, от волка отвязались. Почти что. Так, ну только я хотел, конечно, сходить за дровами, а вместо этого я за дровами хрен сходил. Правильно? Правильно. Но у меня еще вон есть, видишь, сколько? Вижу. Товарищ волк, да что тебе надо? Близко? Близко. Все, убежал. Куда убежал? Возвращайся, что ты убежал-то? Ой, как испугался-то, ой, как испугался. Интересно, куда делся медведь? Откуда я знаю, куда он делся? А сдох ли он? Блин, в нем целых три стрелы моих. А то мне сейчас будет очень неудобно искать. Три стрелы. Я не знаю, куда делся медведь. Это не ко мне вопрос. Кто решил на медведя поохотиться? Я. Ну и все тогда. Я так и понял. Я так и понял, что все тогда. Что, поспим? Придется. Так, 9 часов, говоришь, да? Что-то воды пока вообще мало. Медведь 26 числится в списках медвежьих смертей. Да, где-то помер. Где-то помер. А вот где ХЗ? Так, там рекорд должен вообще, по идее, уже побиться по дням. Не, ну должен побиться, побился, значит. Какие могут быть вопросники? Я когда служил, у нас, помню, был такой капитан. Капитан Околичников, по-моему. По-моему, Околичников, если фамилию не путаю. У него была такая привычка, что-нибудь там. Дежурным по части, когда ходил, а я дежурным по роте часто ходил. Заходил там что-нибудь туда-сюда, а потом такой, ну, поговорил такой. Вопросники! Типа, есть какие вопросы? Вопросники! Так, да вопросников нету. Где медведь? Один вопросник у нас. И где медведь? А так, в принципе, вопросников нема.
А мы его звали Акола. У него было прозвище между нами. Акола! Так, а еще у него был дружбан, старший мичман Киселев. Кисель! Вот они вдвоем с Аколой когда ходили. Кисель помдежа, я дежурным по части. Нажрутся вечно ночью и вертят мне бейцы. Позвонять и давай бейцы вертеть. То им надо, то это. Так, да, волк? Ага. Блин, ты бы остановился, я бы тебя пристрелил. Чтоб ты мне тут не мешался. Волк, остановись. Далеко. Понятно. Интересно, он меня увидит? По-моему, нет. Так, ты там за температурой следи. Да я вон без стрел остался. Сейчас, может, даже подберу какой-нибудь. Если это чучело не обернется. Чучело землю жрет. Ух ты, землю жрешь. Понятно. Страшно. Да мне самому страшно порой. Так что ты не переживай. Точнее, какую он землю жрет? Это же снег. А, ну снег. Ну, земляной снег, короче. Чучело жрало земляной слушай. А где же медведь, а? Где же наш медведь, а? Где же наш медведь? Где ж ты, медведь? Так, вороны появились. Так, ага. Медведь, 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 медведь. Где медведь, а? Куда его унесло? Куда я его унесло? Родимага. Так, температура какая из забортной среды? Сейчас чекнем температуру забортной среды. Угу, туман, но там волк ходит. Так, температура у нас минус 20. Хрен на себе. Бля, волк, волк встал, он и воет. Как думаешь, ты отсюда в него попадешь? Ну, вряд ли. Ну ты чё? Тем более он там у барака стоит. Как я в него попаду? Не, не попаду. Ой, да вон нашу старую приколюху с факелом испытаем, да и все. Чё ты? Чё ты обламываешься? На минус волк сделаем, чтобы он нам не мешался. Тем более погода же спокойная. Холодно, но погода спокойная. Слышь, волк? Ага. Ага. Аха. Ну давай. Тыгдым, 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 тыгдым. Все, оттыгдыкал. У меня очередная стрела поломалась. Так, а где же медведь, а? Где же Мишаня? Микаэль где? Блин, ну... Туман я его искать не могу. Определенно не могу. Совсем не могу. Никуда не годится эта ягодица. Слушай, стрелы вообще у нас с тобой кончились, да, Сан Саныч? Да три у медведя. А у меня одна осталась, что ли? Одна. Ох, ёперный театр. За стрелами надо сгонять. А то ты встрянешь. Да, надо сгонять. Сейчас отогреемся, сгоняем. Давай поспим. Лук 35%. Лук еще такой годится. А вот за стрелами-то надо сгонять, Шурик. Это несерьезно. Это несерьезно. За стрелами мы сейчас сгоняем. А то нас какая-нибудь сволочь может обидеть. Нас всякая сволочь обидеть может. Пошли за стрелами сбегаем. Может, тогда и дров там соберем? Ну, соберем, если погода позволит. Ну да, короче, как погода. Как погода. Факел раз. Факел два. Факел три. Факел четыре. Так, и знаешь что? Давай мы сюда еще две дрыны положим. В
Вдруг я задержусь, там что-нибудь замерзну, завожусь, там то есть все, пятые, десятые, медведи, понимаешь, не медведи. Запас. Правильно, правильно. А насчет медведя искать, наверное, не получится у нас с тобой, Александр, ни хрена. Наверное, ни хрена у нас с тобой не получится. Мне кажется, он где-то вот там на хребтине лежит. Либо на хребтине, либо где-то в районе его пещеры. Поискать, конечно, можно. Мне кажется, сейчас метель начнется. Начнется, так начнется. В чем, как говорится, проблема? Так, сколько стрел возьмем? Ну, штук 5, как минимум. То ты видишь, все тут пополомались. Ты так долго тут на рыбалке, что даже стрел не выдерживает. А, конечно. Конечно. Чего же выдерживать-то? Так. Что-то надо съесть. О, вот эту мелюзгу съедим. Вот эту мелюзгу съедим. Ты все, что принес, сожрешь. Да ладно, не сожру. Я еще и пить буду. Ага, еще и пить будешь, да? Нормально. Так, вот вам запас воды, запас рыбы. Потом еще принесу. Так, значит, стрелы. Стрелы можно наконечники сдать. У меня вот стрелы есть. Тут, видишь, раз, два, три, четыре, пять. Все как планировал, 5 стрел. Так, наконечники сдать. Сдали. Можно еще перья сдать, чтобы зря их не таскать. Так, перья сдали, наконечники сдали. Пошли, поищем какие-нибудь деревянные деревяшки. Айда. Искат. Вот тут могло нового наспаунить, но тут волки могут мешаться. Температура, смотри, минус 9. Ну, я тогда это... Просто палочек пособираем. Я не буду пока ничего ломать, рубить. Хотя, конечно, вот это очень лестно бы разрубить было. Че, вот эту деревячку? Да блин. Лестно, конечно, да. Ну а как? Ну а как? Абдулла вернется. Слушай, вот здесь должна быть защита от ветра. Нету. Температура минус 9. Ну давай попробуем. Твою дивизию, Лос Кретинос, приехали в самый последний момент. Ай-яй-яй, пошли потери здоровья, ни хрена себе, сказал я себе. Да что же это за подстава такая, я думал успею. Но отменять уже было ни к чему. Так, ну, как говорится, не было здоровья, и ни хрена это, ой. Ну, я не знаю, сколько я здоровья потерял, ну, 2%, наверное, или 3 потерял. Ну, а что я могу поделать? Да ничего ты не можешь поделать. Как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот... Все, Лос Кретинос подъехали. Еще меньше здоровья. У меня шприц есть, я сейчас его могу долбануть. Да придется, наверное. Придется, наверное, использовать. Это совсем мало здоровья. Ну или я не знаю. Да ладно, пока оставим. Так, там на улице метель. Костер там пока горит. Да костер-то, конечно, горит. Давай пока одну стрелу себе сделаем. Так как костер горит. Заодно ты согреешься. Ты смотри, как сильно замерз. За 45 минут как отогрелся. Я точно не голый хожу. Да, там, смотри, перчатки намокли. А, тут еще и намокло все. Вон оно чего. Так, как бы нам теперь вернуться? И не навернуться. Как бы так вернуться, чтобы не навернуться. А точильных камней у меня больше вообще нет, да? Так, плохи дела, Шурик. Да я вижу, что плохи. И тут нигде не лежит, и тут не лежит, и тут не лежит. Может быть, тут они где-то лежат? Да вряд ли.
Да нет, тут ни хрена никаких точильных камней. Так. Зыркаем, что по температуре. Минус 4, добежать смогу. Должен, ну побежали. Шприц будем колоть? Не, оставим. Еще на пару замерзаний вот таких. Так. Ладно. Ладно, на. Ничего, ничего, мы что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем. Не такой человек Шарапов, как говорил Жиглов. Да-да-да, мы что-нибудь придумаем. А где же медведь-то вот ты придумаешь? Твари печка горить. Как ни в чем и не бывало. Угу, не бывало. И здоровье у меня тоже, как и не бывало. Несколько процентов, как и не бывало. Ой, ну ладно. Ну фиг с ним. Нежели хорошо и нехрен начинать называется. Да уж. Да уж. Так, что у нас получается? 316 дней. Есть самый длинный костер? Больше 333 часа. Самый долгий костер? Нет. Еще я его не перешагнул. Рано. Рано радоваться. Ладно. Да мы и не собирались радоваться-то. О как! Аракунян на 3 килограмма. Хорошо. А еще кого-нибудь дадите? Дадите. Спасибо. Ну а теперь будьте добры этого аракуняна. Нам зажарьте. Зажарьте нам аракуняна. Шеф, зажарьте аракуняна. Сельдевидная хрень. Так, так, так. Сельдевидная хренотень. Хренотень ты сельдевидная. Сам ты хренотень, сельдевидная. Че, устал? Спать? Ну, сейчас давай. Сейчас будем спать. Сейчас спать будем. Не переживай сейчас. Вот эту хренотень очередную приготовим с тобой. Еловые дрова, которые нам жизни стоили. В прямом смысле жизни стоили. Так, а спальник сколько? Спальник бы тоже надо починить. Хорошо, починим. За одеждой не забывай следить. А что за ней следить? Портки ты забыл починить. Ладно, портки мы чуть позже починим. Так, значит, 8 часов сна, да? Угу. Так, надо с утра, наверное, сходить за дровами на тот берег. На ту сторону. В пещерку. Ну, можно, но не сейчас, конечно. И для начала вообще надо еловую дрыну, которая тут поблизости, уработать. Сейчас уработаем. Сейчас уработаем. Ой, какая погода. Ой, какая погода хорошая. Сейчас мы уработаем эту дрыну еловую. А то у меня все. Это все. 9 дрын еловых. Больше нету. Да. Надо что-то придумывать. Аркунян. 3.68. Что-то я отмену нажал, аж все зависло. Что это такое было? А Шаркунян 92% стал после этого. Ему аж подурнело.
Так, я думал, сейчас пойду, а тут опять какая-то метель началась. Да что ж такое? Что ж такое? Опять какая-то метель. Так, смотри, ему там 13 минут. Да, я понял. Что он быстро, если что. Сгореть. Так, по-моему, надо идти это. Дрен еловый рубат. Ну, пошли. А про медведя вы забыли? Да какой медведь? Все, про медведя мы, естественно, забыли. Все, медведя нет. Но вы держитесь. Я не знаю, где он валяется. Я его не найду. Пропали мои стрелы. Пропал мой медведь. Все, пропало. Минус 16. Блин, при такой температуре я не могу дрына рубить. Мы уже это проходили недавно. И видели, чем это закончилось. Это закончилось минус немножечко здоровья. Поэтому хорошо, спасибо, но в другой раз. Пока только вот так. Либо должно немножко потеплеть. Сейчас вот поглядим, какая температура стала. Минус 13. Нет, не потеплело. Поэтому возвращаемся на базу. Давай спальник починим. Если есть вообще ткань какая-нибудь. Не знаю. Да есть вроде пока. О, какая погода. Прелестная. Прекрасно прелестная. Дрынут еловую не разрубишь. Еще, пожалуйста. Ага. Пошли еще раз проверим, что там у нас. Так, этих рыб отсюда нахрен. Масло потом из вас делать буду, если буду. Минус 5. Но минус 5 должно сработать. Вот минус 5, это нормально. Что-то думаешь, еще медведя найти? Да не, все уж, никуда я его не найду, никакого медведя. О, видишь, оно вроде как ветер начался, а потом опять закончился. Минус 5 так и осталось. Но были попытки усиления плохой погоды. Так, а где тут еще рыбу ты бросал сырую? Вот она, ну пошли, всех переготовим. Нафиг. Нафиг их переготовим. А где у меня еще много древесины? Сходить на ГЭС-картер. На ГЭС-картер, конечно, сходить можно. В принципе. Почему, как говорится, нет? Да, можно сходить на ГЭС-картер. Притащить. А я, по-моему, туда уже ходил. Да мне кажется, да. Мне кажется, ходил ты туда уже. Давай еще одну приготовим. Ох ты, я только идти хотел, а тут глянь, что началось. Хорошо, что не пошел. Не то слово. Прекрасно, что не пошел. А то б я-то сейчас огреб. Это были следы огромные, она, наверное, не запихнется. Не. Не запихнется. Я ж, по-моему, уже на ГЭС-картер за древесиной ходил. Не, ну там в любом случае много, конечно, древесины, да. А тяжелого молота у меня нету, чтобы там колоть тяжелым молотом. Может, в вагончике в синем лежит, я часто там оставляю. Топор у меня в не очень хорошем. Не в очень хорошем состоянии мой топор. Вот в чем проблема. Топорик у меня так себе.
Когда ты замерзнуть-то успел? Так, что, баиньки? Думаю, да. Ну, можно будет сгонять на ГС-карте, сделать себе новый лук, взять побольше стрел. Да сгонять на ГС-картер. Там, по-моему, уже древесина-то есть. Да есть, да. Чего больше не лезет. Хорошо, 8 часов сна. Как скажете. Так, что там у нас получается? Сколько я уже дней на рыбалке нахожусь? Ну, ты не все время на рыбалке. Ну да, я там ходил, рубил. Вон, на медведя охотился зачем-то. Не знаю зачем. Зачем-то охотился. Так, дней ты. 15 дней на рыбалке. Это получается 360 часов должно быть. Ну-ка, что там по кострам? Где самый долгий костер? 347. Ага, есть рекордик. Ну, я точно ж не помню, когда я пришел. Точнее, ну, какое там время было дня и что-то все такое. Так, рекорд перебили. Ура, продолжаем. Продолжаем. 347. Это вообще у меня самый долгий костер. Я, по-моему, нигде дольше не организовывал. Пока еще. Даже на простом незваном госте я дольше не организовывал. Ну, будем замахиваться дальше. Да замахиваться-то можно. Чего ж не замахиваться-то? Чего ж не замахнуться? Минус 25. Но в минус 25 мы никуда не пойдем. Давай мы сейчас с тобой поспим. Вот, а потом решим, на чем мы там с тобой замахнемся. Да на ту сторону сбегаем, там палок наберем. Там их много. Только здесь надо печку напихать на полную. Ну, конечно, не в такую погоду. В минус 26, я думаю, не стоит никуда ходить. Это все плохо закончится. Ладно, я перехожу в режим рыболова спортсмена. Ну, Ику. Так, смотри, ветер стих. Вообще, его не слышно. Поэтому побежали. Ну, просто до пещерки добежать. Минус 18. Холодновато, но до пещерки добегу. Да? Ну, а что делать? А что делать, так как... Ну, и сюда больше одного не влезет. Да, больше одного не влезет. Так, тогда дрова пока сюда. Так, теперь. Ну, воду эту туда можно отнести, в принципе, да? Ну да, там в пещеру бросить. Здесь воды все равно нафига. Возьмем мне факлов немножко. Если погода будет не очень такая ветреная, я могу их разжигать. Ну, хватит, наверное. Ну, вот еще один и хватит. Так, ну и давай каких-нибудь рыб туда отнесем, чтобы они там тоже были. Так, ну побежали. Да. Побежали, это, конечно, громко сказано. Не, ну почему побежали? Ну, с 13, кстати, погода ничего так. Так, где медведь, мы знать не знаем, ведать не ведаем. В прошлый раз он дох вот здесь, но сейчас его здесь нету. Ну, я думаю, вообще не важно, где медведь. Стрелы твои где-то просто потерялись. Та-та и фиг с ними. Вон волк ходит. Против ветра идти неудобно, конечно. О, боком пошел, как-то лучше стало. Это что, такой прикол? А боком не можно бегать? Нет, боком бегать нельзя. Жаль. А почему он боком не бегает?
Почему боком shift не работает? Ну какой shift боком? Ну какой? Обыкновенный. Боком бегать, что, нормально, как краб. Ага, погасло. Как настоящий краборак, бегаем боком. Какие вообще могут быть проблемы? Какие лос проблемас? Бегаем боком. Так, вот моя перевалочная пещера. И я сюда припер еще немного рыбы. Вот, и воды. Это на будущее, если вдруг чего, то я здесь буду всем этим пополняться, так сказать. Поспим здесь? Да, поспим часик. И пойдем палки собирать. Да не забывай, там печура у тебя горит, да? Да пусть горит. Да пусть горит! Че по погоде? Да по погоде хрен поймешь, че. Куда в первую очередь шмыганем? Ты тут понимаешь, вот сейчас главное, чтобы вот этот туман надолго не вышел. А то мы тут с собой шмыганем. Че, будем вот эту палку рубить большую? Давай попробуем. Только если что, отмену нажимай. Так, туманы. Туманы. Напустили мы туманы. Волки, что ли, где-то воить? Что-то не то ты выкинул. Да я понял, что что-то не то я выкинул. Увеличилку я выкинул. А в поселке воют волки. Слышите, как волки воют? Вот и я слышу. Слушай, у меня проблемы с топорами. А куда же все свои точильные камни дел? Чего мне их так мало? Ладно, пошли обогреемся. Куда я дел свои точильные каменюги? Потому что топоры мои там уже разрушены. Да нет, про горький, не разрушенный. Топоры мои дышат на ладан. И скажем так, им осталось недолго здравствовать. Что же я потом буду делать? В одинокой топ переть? При моих хпшечках, так сказать, здоровьицах. Только в одинокую топ переть. Вот только там меня и не хватало. С моим калечным состоянием здоровья. Так, все, это я подождал, чтобы обогреться. Ну что, давай здесь вот все пособираем, что я успею. И потом через обогрев. Ну, я, наверное, сейчас мелкие палки буду собирать. Я не буду большие собирать. У меня что-то как-то не нравится мне ситуевина с моим топором. Так что ограничимся пока мелюзгой. Минус два. Минус два хорошая погода. Нам подходит такая. Видишь, эти палки все заново, ветки точнее появились. Обновились. Я вот их собирал, когда подготавливался к этой долгой-долгой рыбалке. Я их собирал все тут. Колол все тут. Они вот оба и новые появились. Это очень хорошо. Есть еще кедровые ветки, но их я пока трогать не стану. Пока ограничимся мелочью. Все, что ли? Думаю, достаточно. Можно будет подытожить на этом с самым, так сказать, длинным костром. И потом собирать уже на новый длинный костер барахло. Тут еще этот пока не кончился. Тут еще как минимум на пару дней точно я набрал. А там поглядим. Yes. Yes. Yes, yes. Медведь, интересно, ушел. Да он на хребте вон там где-нибудь лежит, я тебе говорю. А может и не, нет, может еще дальше убежал. Не, обычно где-нибудь на хребте.
Правда, отсюда не видно никаких летающих предметов над ним, типа ворон. Не видно никаких коптеров, типа ворона. 44 палочки приволок. Так. Вот. Напихали полный. Полный напихали. А так и будем время коротать. 10 дней готовимся к рыбалке. Потом рыбачим. Дней 15. Потом опять готовимся к рыбалке. Потом рыбачим. А слабо наготовить деревяк на 500 часов? Да и оно не слабо, но тут надо, чтобы жрачки хватило и воды. Ну вот ты сейчас запасайся. Да я запасаюсь. Чтоб потом понапрасну костры не жечь. Так, мелкоротый окунек. Непростое украшение, как говорится, нашего рыбацкого барака. Нашего котелка теперь. Тоже рыбацкого, разумеется. Так, ну чё, мы все с тобой больше не ходим за дровами, да? Добиваем, что есть. Чтобы не попасть, так сказать, в не очень... Чтобы не попасть в какую-нибудь не очень приятную ситуёвину. Ну, так-то да, наверное. Наверное, да. 8 часов сна. Слушай, такими тенденциями 400 часов можно костер продержать. Там уже и до 500 останется чуть-чуть. Рукой, так сказать, подать. Так, куда там подать, это мы сейчас разберемся. Куда надо, туда и подадим, как говорится. Кедровые дрова. А теперь палочки. Так, что он показывает? Самый долгий костер. А сколько же вообще волков убил? 106, да немного. Самый долгий костер. Юбилейного волка пропустил. Пропустил самый долгий костер. 371. 29 часов осталось до 400. Ну, я думаю, это мы добьем. До 400-то мы, я думаю, добьем. Потихонечку. Полягонечку добьем. Куда мне еще за дровами смотаться-то? А? За такими, за полкообразными. Ну, полкообразные где у тебя еще? За администрацией есть. Туда ходить далеко. Да, туда ходить далеко. Ну, здесь вдоль домиков тогда. Туда идти к домикам. Ну да, и за домиками бегать. Вон, бежать к среднему домику, допустим. И за домиками там шарится. Это ты типа что, 500 что ли сделать? Ну это я типа да, на будущее там уже загадываю. Пока только литр набрал. Как медленно набирается. Так ты же в основном не рыбалкой занимаешься, а бегаешь тудой-сюдой. Ты рыбалкой-то занимайся. Да я занимаюсь, но ты видишь, как она ловится. Ты видишь, как она ловится. Она вообще не ловится. Сейчас еще рваться начнет. Ни с того, ни с сего. Литр 0,3, да. Может, попробуем по 10 часов ловить? Это, мне кажется, это бесполезно. Точнее, не бесполезно. Вообще все равно, как ловить по 10 часов. Не по 10. Давай попробуем на 10 часов. Как мы баловались. А надысь. Сейчас напишет тебе, клюет, и все. Магиот, ловишь никого вообще. Никого. Часа 3 уже ловишь, наверное. О, видал? Писюльку какую-то поймал, я извиняюсь. Это не писюлька, это сельдевидный сик. Что такое писюлька, я тебе потом расскажу. Не надо, хорошо, не буду. Ну еще поймал писюльку. Нет, сельдевидного сига.
Слушай, мне кажется, когда вот таким образом... Ага, сырого взял. Когда таким образом я ловлю, такое ощущение, что как-то горит печка дольше. Вот мне это кажется. Мне может это, конечно, мерещится. Но, по-моему, так печка горит дольше. Ой, попить воды надо, Шурик, ща попьем. Так. Ну, что-то мне кажется, что так дольше горит печура, когда по 10 часов я ловлю. Ну, давай попробуем это проверить еще раз. Давай, вот мы сейчас вот так рыбу приготовим. Поспим с тобой. А потом будем по 10 часов, типа, рыбалку включать. Да мне кажется, как-то время дольше проходит. Хотя, может, мне это кажется. Так, есть что положить? Не, нечего. Так, последние 5 дрын остались. 5 дрын последние остались у нас там. Ой, ты их не взял. Передать все, я думаю, да, я думаю, передать все. Восемь часов. Эх, не получается там 400 часов, да? Не, не получается. 400 часов не получается. Все, Шурик, последние дрова. Сколько осталось? 3 дрыны, 2 дрыны. 2 дрыны остались, больше нету. И больше нихт. Так, 319 часов, то есть дней выжил, костер горит, горит костер. 393 часа, ну 400 точно будет, да, точно будет. Ну, я думаю, можно на 400 остановиться, да? Давай, без фанатизма пока. Потом будешь готовиться к 500. К 500. К 500 я заколебусь готовиться. Так, окунька поймал. Говорит, тяжело, надо выкинуть лишнее. Так, 9 часов. Так, самый долгий костер. 395. Да не, по-моему, нифига тут. Не дольше горит, все то же самое. По-моему, все то же самое. И ничего тут не дольше. Так, ну, было 333. 400. Лучше? Ну, конечно, лучше. Явное улучшение, так сказать, показатели налицо. Даже в процентном соотношении неплохо так. Да, только здоровье вот я немножко потерял в процентном соотношении. Ну что было, то было. Отрицать не буду. Здоровец подпросрал, да, 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 Мария Ивановна, подпросрал я здоровец, это было. Дело было. Прощался со здоровьем. Скажем так, не по собственной воле. Да, по какой? Ну как, я дрова добывал. По воле добывания. Добывание дровов. По воле добывания дровов. Понятно. Понятно, на. Ваш ответ понятен, на. Внимание, правильный ответ. А чё-то не сказать, чтобы много тут у меня прям было, да, рыбы. Чё, какие-нибудь палки образовались тут? Может, хоть одна какая-нибудь жалкая? Угу. Ни одной жалкой. Я думаю, вон там новые палки образовались. Температура какая? Минус 20. Давай мы чуть-чуть потусуемся. Хотя вообще зачем это? Ну, давай заканчивать с рыбалкой. Ну, в принципе, да, чё ты? Чё ты? Ну вот у тебя остались еловые дрова. Вот у тебя там 400 часов уже, я думаю. Ну вот, без одного часа 400. Так что все нормально. Будет 400, наверное, 10. Или 415. Или 420.
Так что можно расслабиться. Расслабьтесь, дядя Александр. Ты я расслабился, что мне переживать. Тогда давай мы сейчас с тобой поспим. Да, то чтобы это отсюда совсем усталым-то не пиндюрить. Ну, сейчас поспим. Что там по топливу? По топливу. Ну, 1.5 литра кое-как наскребли. Хотя еще даже до конца не наскребли. Сейчас подскребем чуть-чуть. Рыба у меня ловится плохо, да. Не, ну в принципе достаточно, конечно. Могло бы быть еще хуже. Так, я думаю, давай мы с тобой поспим часиков 8. А там дальше разберемся. Что нам делать? Не доела рыбу. Рыбу не доела. Ну, костер-то точнее, печка-то еще гореть-то будет. Да будет, конечно, куда он денется. Пять часов она будет еще гореть. Так, 5 часов. При этом я полностью, так сказать, отдохнувший. Или не полностью? Полностью. Под утро пойдем. Лишь бы не в сильную метель. Но мы сейчас будем следить за погодой. Что там будет? Сильная метель, не сильная. Я уж думал, все. А она его никак не, не разбьет. Еще немного рыбок мне дайте. Я не знаю, мне этих рыбок-то хватит на то, чтобы себе наготовить много дров. Хз, хз. Мясом ты особо не запасался, а рыба чем плоха, с ней на дальнее расстояние хрен погуляешь. Не, ну я там себе где-нибудь волка могу укокошить. Да, медведя же опять никто, так сказать, не отменял. Положить по новой. Это да. Это верно, ты заметил, не отменял. Так, ну чё? Ну спим 2 часа или 3, сколько тут я просплю. Давай, надо решать, чтобы я ушел отсюда не как в прошлый раз, когда все погасло и метель началась. Так, ему 2 часа гореть. Утро у нас начинает красить нежным светом. Нашу, так сказать, окружающую среду. Я почти на 100 часов перебил предыдущий рекорд. По костру. Наверное. Мы сейчас в итоге там потом глянем. Мы сейчас в итоге час с тобой поспим и валим отсюда. Как раз. И будет все как раз. Как всегда какой-то ветер начинается. А? Ну че такое, а? Ну че такое? Вот как мне идти в ветер? А? Как мне в ветер идти? Я с факелом идти не смогу. Так, знаешь, что делаем? Мы заправляем лампу вот из этой канистры. Я канистру здесь бросаю. Вот. Отлично. Все, пусть здесь бросается. И там у меня там 2 с копейками, по-моему, канистры или 3. Я уж не помню, сколько там в канистре. Так, котелок. Здесь его оставить? Я не помню вообще, он был здесь или не был. Да давай заберем. Это как бы сильно дело не изменит. В аккурат. Ну, а это, скорее всего, сейчас все погасит. Ну да, и оно и понятно. Так, ну побежали. Придут волки, буду гасить их из этой, из сигналки. Потому что сейчас ситуация такая нестабильная. О, медведь новый появился. Где ж стрелки мои, медведь? Не знаешь, а? Он-то знает. Температура минус 39.
Он-то знает, только не скажет. Дойду, не дойду? Не знаю. Может, дойду. Может, не дойду. Вообще близко, но с учетом того, насколько холодно. А я еще перегрузился так нормально. Так. Ну смотри, половину температурной шкалы отсутствует уже. Но тут вроде как близко. Уже смотри. Уже скоро треть температурной шкалы. Так, треть температурной шкалы. Уже вообще температурно очень холодно. Терпи, терпи, сейчас мы придем с тобой. Минус 39, нормально. Так, все. Значит, сюда. Заходим. Все, дошли, отлично. Воду принес. Рыбу принес. Населена роботами. Вот тебе 8 литров. Так, вот тебе рыба. Че тут, кишки высохли? Да, конечно, высохнут. Ты ж на рыбалке был, хрен знает сколько времени. Прекрасно. Там дров случайно не осталось. Да откуда ты, че? Откуда? Меня не было. Так. Жаль, конечно, что я себе... Что я себе медведя того не раздобыл. Можно сделать перерыв на медвежью охоту. Раздобыть медведя. Вот. Медведика раздобыть. А что мне вообще по ткани здесь? Я, по-моему, смотрел, по-моему, еще много было, а может и нет. Я не помню, что у тебя по ткани, если честно. А сухая кожа у меня есть? Сейчас узнаем. Кончилось, как видишь. Вижу. Я же не слепой, я вижу, что кончилось. По сухой коже я все понял. Это мне понятно. Меня интересует ткань. Ну вот на гэскартер надо сходить, там и ткань тогда поискать. Так, у меня ткани при себе 4 штуки осталось. Смотрим, что здесь по ткани. Так, ткани. Здесь ткани нету. И сухой кожи тоже. Здесь ткани 39, но сухой кожи вообще нету. Хренась, у меня нет сухой кожи. Вот одна сухая кожа. Слушай, печаль, печаль. Печаль, Шурик. У нас сухой кожи нету. Это хреново. Это хреново. Где же ее брать? А я не знаю, где ее брать. На непрочном льду ее брать. Блин. Масаракш, так сказать. Да. А где же мне сухую кожу брать? Мне же вот эту хрень чем-то чинить надо, понимаешь? Чем-то эту хрень чинить надо. Какой тепловой бонус? Плюс 26. Так, плюс 26. Ну что ж, плюс 26 это нормально. Так, это нормально. Что еще чинить будем? Портки. Шляпы давай починим. Может, плюс 27 будет. Да, надо устроить перерыв на медвежью охоту. А вот. Ну а потом готовимся на 500-часовой костер. Сейчас разрушится набор для ремонта. Нет, еще пока. А что, у меня еще не пятый уровень починки? Починка. А, еще не пятый. Ни хрена себе. Так, вот тепловой бонус плюс 27 остринено с тобой. Вот если мы шубки с тобой починим, но, то слишком неосмотрительно такое количество тепла возвращать шкуры медвежьей, которые у нас с тобой, по-моему, в дефиците, да? Вот одна есть кожура. Что у меня там по ткани? 4 штуки. А вот тут еще ткани есть.
Тут медвежья одна. Тут медвежья не одной. Тут медвежья одна. Ну, рано, рано. Надо притормозить. Так, ну потом мы себе лук сделаем, да? Угу. И пойдем стрелять медведя. Это уже будет в следующей серии. Так, ну что там, костер в итоге сколько получилось-то часов? 422. Ох ты, глянь. Почти на 100 часов увеличил я. Да? Угу. Увеличил продолжительность по сравнению с прежним. Так, и живое 321 день. А вот по дням у нас, конечно... Это у меня еще 280 дней. То есть 180 дней жить. Чем же мне эти 180 дней-то заниматься? Ну, 321 это для меня пока рекорд. Я столько еще на ПМС не выживал. Там хорошо ли это, плохо было. Так, ну-ка пошли на улицу. Высунемся, глянем, что там происходит. Температура меня интересует. Плюс один. Так, отлично. Плюс один это то, что нам надо. Есть план, мистер Фикс? Еще бы. Еще бы. Планище. Не план, а планище. Ножовка пилить. Так, а у меня тут один лампа или две? Я извиняюсь, что я туда-сюда бегаю. Ага, вот еще одна лампа, да? Ага. Я тебя понял. Так, ну попробуем зажечь две лампы, поглядеть, что будет. Попробуй, попробуй. Как говорил Фокс, давай, проверяй. Давай, разбирайся. Единственное, что лампы волков не отпугивает, да. Совершенно не отпугивает. Вообще не отпугивает ни разу. Температура 0. Ставим лампу. Температура плюс 2. Зажигаем еще одну. Вот только я начал лампы ставить, сразу что-то начало тут фигурировать. Плюс 5. Ну что ж, ножовочкой, Шурик, ножовочкой. Отлично, я совершенно не замерз. Этого нам и надо было. Этого-то нам и надо было. Ой, забыл поглядеть. Плюс 4. Догодится нам эти ягодицы. Так. Ага. Лампа уже кончилась. Ну, конечно. Еще бы она не кончилась. Видишь, как долго мы добывали это топливо и как быстро оно просралось. Две веточки распилил и нет топлива. Но зато совершенно не замерз. Это было совершенно безопасненько. Ну да, было, согласен. Предлагаю еще одну ветку таким образом расфигарить. Только уже при помощи топорика. Давай вот эту лампу использовать. Зажечь, пусть в ней догорит все, что осталось. Она мне на чуть-чуть подсупортит. Да, какая тут температура? Минус один, годится. Лампа сейчас погасит, тогда быстрее начну. Ой, видишь, лампа погасла. Так, температура у нас минус 6. Все, возвращаемся? Я думаю, да. Я думаю, харе пока. Возвращаемся. Зато вот 9 уже кедровых древесин на будущее добыл, видишь, да? Ага, правда, сжег две лампы. Ну, ничего, ничего, ничего. Сжег две лампы, да, что поделаешь. Так, у нас болезнь, риск растяжения. Сейчас придем, заправим одну лампу, другую оставим. Если бы у меня чуть-чуть покруче рыба ловилась, тогда бы у меня две канистры было. О, больных! Так, вот это тут можно еще подразломать. Где же у меня точильные камни все ошиваются, а?
меня с точильными камнями такие траблы-то, а? Устал. Не то слово! Как ты устал. Чё я сейчас моргнула, когда я лампу брал? Не знаешь, Астрина, чё моргнула? Я нет. А кто же знает? Как говорил Шариков, а пес ее его знает. Спать пойдем. Пойдем спать, пойдем. Ножовку будем сбрасывать со счетов? Ножовку? Не, не будем сбрасывать ножовку со счетов. Пока бросим вот здесь палочки и древесинки. Хотя их, наверное, надо будет сразу в барак отнести. Ну вот, потом в следующей серии и отнесешь. Да и отнесу, конечно. Что же не отнесу? Еще как отнесу. Рыба уже вся поразрушилась. Разрушенная вся рыба. Сколько ж я рыбы сожрал, а в тоннах надо поглядеть. Сейчас ради интереса посмотрим, сколько рыбы сожрал в тоннах. Да ну, тонну ты еще рыбы не съел. Ну да, за 200 дней-то откуда тонна рыбы? Тонна рыба, тонна ветер. Так, часов, смотри, внутри 4000, а снаружи 3000. 4700, а снаружи 3000. Из-за того, что так много собираю дрова и на рыбалке вот в последнее время. Часов отдыха вон снаружи. Часов отдыха снаружи. Вон почти 1000 снаружи провел. Ну, клаустрофобия мне должна не скоро светить. Так, что там у нас съеденные рыбы? А где это было? Собрано мясо, съедены рыбы. Ой, только 400 килограмм, а мясо ты полтонны не съел. А, фигня. А, фигня какая-то. Я-то думал, а у тебя тут... это ерунда. Ерундистиком. Да? Она самая. Так, ну что, в следующей серии планирую охоту на медведя, наверное, да? Ну, наверное, да. Охота на медведя планируется. А там поглядим. Так, давай мы немного время помотаем. Планируем охоту на медведя с целью добычи кожуры и мяса. И спросить, где мои стрелы, но он, правда, не ответит. Не, он не ответит. Ну, я спрошу. А, лук мне надо сделать, да. Сначала надо сделать новый лук. Потом уже все остальное. А потом все остальное. Так, ну там есть 322 дня-то или нету? Должно быть. О, есть 322 дня. Отлично. Ух ты, погода какая. Ну, как раз лук делать. Так, сейчас все, заходим, выходим, сохраняемся. Делаем новый лук. Можно не делать новый лук, можно взять другой лук вместо этого. Чё его делать? Вот тут у тебя лук, смотри. 46%, а этот 54%. Можно с этим походить. В принципе, да. Ну, смотри, он сколько? Он 30... С него еще раз 20 можно выстрелить. Еще раз 20 выстрелить. Это вообще без всяких опасений. Температуру так чисто интересно поглядеть. Да минус 21, ну ладно. Так, все. Производим сохранение, закругляемся. Значит, готовимся на следующий костер, чтобы был 20 дней. А 20 дней это сколько получается? 20 дней это 480 часов. А, так у меня почти 20 дней было. О, это я почти 20 дней. Понятно, 480 часов. Ладно, тогда... Проведению припоручаю вас, дети мои, и заклинаю остерегать выходить на болот в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.